Всем привет, дорогие друзья! И вы находитесь на канале «Огород без правил». Сегодня я хочу вам сделать обзор на семена петунии, которые я приобрел буквально вчера. И сразу же приступим к ее посеву. Помимо посева сегодня, 23 декабря, мы уже сеяли петунию 29 ноября. Петунию мы сеяли от агрофирмы «Партнер» в количестве 8 разных расцветок, разных названий, да. Среди них есть также такие петунии, как Tidal Wave Cherry, Tidal Wave Red Velour, Tidal Wave Silver. Это самые такие мощные растения, которые уже на момент всходов сразу колоссально отличаются от своих собратьев. Сила роста у них в разы превосходит остальные петунии, хотя и остальные петунии тоже очень-очень замечательные. Это те, которые мы сеяли 29 числа. Да? Сейчас покажу, какие петунии мы будем сеять сегодня. Среди этих петуний также у нас есть и агрофирма «Партнер». Это такая петуния, как Белла Пикоти. Она мне понравилась не Белла Пикоти, а Роза Пикоти. За свой красивый такой вид, розовый цвет и по периметру белая кайма. Очень будет нарядно смотреться. Вот такая красотка. Стоимость этих семян в розничном магазине у нас 120 рублей. В пачечке всего лишь 5 семечек. Также буду сеять вот такую петунию Марика синего цвета. У меня есть петунии из темных цветов. Это вот такие, как Easy Wave Violet, но мне захотелось что-то более темное, но совсем такую темную, есть такие темно-темно-бордовые, ближе к черному цвету, такого цвета мне, конечно же, не нужно. И вот такую петунию я приобрел за 170 рублей, также в пачечке у нас всего лишь 5 семечек. Это полуампельная петунья. А роза Пикоти у нас каскадная. Далее, помимо партнера, у нас есть еще семена трех наименований от Premium Seed и одна чешская линия, это Prestige, семена Prestige, да? Вот такой у нас веселый художник, Dot Star Pink. Мне эта серия очень понравилась, ее еще называют звездная. Раньше эти серии можно было вырастить только черенками. Сейчас, возможно, вырастить такие красивые цветы из семян. Потом также в звездной серии у нас еще есть там Pink, а тут Dot Star Red. Вот такие красные цветы с этими с белыми крапинками. Выглядит просто замечательно. Что в той пачке, что в этой, у нас уже по 7 семян. Dot Star Pink стоила у нас 47 рублей, а Dot Star Red 50, это за 7 семечек. Если сравнивать, да, с, допустим, с Марикой, 5 семян, 170 рублей. Конечно, цены у партнера очень-очень высокие. Но мы будем тестировать в этом сезоне и посмотрим, можно ли вырастить такие шикарные, красивые петунии, как у Марии Патриной. Красота просто неимоверная. Хочется, конечно, добиться хотя бы чего-то приблизительного. Ну, получится это у меня или нет, будем экспериментировать. И также у нас есть еще такая красивая петунья, золотая свадьба, это новинка. В этой пачечке у нас также написано 7 семян, а на деле было аж на 8. И стоимость этой пачки у нас 69 рублей. За новинку желтенького цвета, такую красотку, это у нас ампельная петунья, я считаю, просто замечательно. И еще шестая петунья у нас синий звездопад. Тоже ампельная петунья серии Лавина от Premium Seed. Вот такая красотка. Вот эти четыре петунии мы уже посеяли, контейнеры мы закрыли. Осталось посеять нам только петунью от агрофирмы «Партнер».
И помимо петунии, вчера также приобрел еще вот такое декоративное такое растение, кохия Green Forest. Но почитал, другой кохии не было. Обычно на некоторых пачках пишут, что к осени кохия приобретает багровый, красивый такой насыщенный цвет. Здесь этого не написано, но есть семена, я считаю, недорогие, 25 рублей. Если я где-то найду другую серию, другое название кохии, да, и там будет прописано именно, что она к осени меняет свою расцвету, то, конечно, мы эти семена будем приобретать и высевать для следующего сезона. Но высевать я их буду, скорее всего, конец марта, начало апреля методом рассады. Также можно высевать эти семена в открытый грунт. Но если вы хотите добиться более раннего декоративного такого вида этого растения, то, конечно же, лучше выращивать его с помощью рассады. Так, ну что, приступаем к посеву. Семена у нас находятся вот в такой колбочке. Семена все дрожжированные. Это, конечно же, очень и очень удобно. Заранее мы подготовили такие две мисочки. Одна у нас сухая. Это та мисочка, в которую мы высыпаем наши семена. А другая у нас с водичкой, в которой лежит зубочистка. Берем мы свои семена очень и очень аккуратно. Подцепляем на зубочистку. Я думаю, что видно очень хорошо. И раскладываем по поверхности грунта. В землю мы их заделывать не будем. Вот, буквально меньше минутки, и наши семечки уже разложены. Также проделываем такую же процедуру и с марикой. Высыпаем семена. В предыдущий раз, когда сеял петунии от партнера, случайно один тайдл под номером 3, сейчас я не скажу точно какой, вместо сухой мисочки взял и высыпал вот в эту. Конечно же, дрожжи моментально растворились, и я с помощью ложечки аккуратненько их выцеплял. Семечки мелкие очень, но их достаточно хорошо видно в белой миске. Аккуратненько их извлекал из воды. Ой-ой-ой. Вот. С болтовней у меня семечко упало. Мы ее перенесем. О, аккуратненько, пока она не растворилась, мы ее переносим на нужное для меня место. Так. Все. Вот. Видно, да? Семечки. Видно, как я их раскладываю. Все. Теперь немножечко с помощью пульверизатора, не сильно, без фанатизма, мы берем и увлажняем наши гранулы, чтобы они немножечко растворились. Опа. Стараться, конечно, чтобы они не уплывали никуда, чтобы их не замыло. То есть аккуратненько. Все, все наши гранулы растворились. Теперь берем крышечку, накрываем. Так как у меня есть место под лампой, вот они у меня сразу подписаны, номер 13 и номер 14. Все. И я их убираю сразу под лампу. Не буду ждать,
2-3 дня, конечно же, если у вас лампа не подключена, можно спокойненько поставить свою петунью примерно на третий день от посева под лампу, чтобы 2 дня просто так ее не жечь. Ну, так как у меня лампа все равно работает, конечно же, я буду ставить ее под свет. Но первые 2 суток я, конечно же, лампу пока еще буду выключать, потому что те петунии и эустомы у меня уже привыкли к такому режиму. Но потом, в последующую неделю, лампу оставлю буквально на целые сутки. И потом также перейдем уже на досветку только в дневное время, примерно по 16 часов. Ну все, давайте на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, не забываем ставить лайки, писать комментарии. А вам хочу пожелать хорошей погоды, солнечного настроения и до новых встреч. Всем пока.